Жители Новосибирска протестуют против сноса зданий в исторической части города. На их месте собираются возводить жилые высотки. Сейчас новосибирцы борются за судьбу дома спорта и клуба «Отдых». Первое здание в начале недели уже снесли, горожане вышли на пикеты, чтобы защитить здание клуба. Общественники требуют вмешательства мэрии, но городские власти уверяют, сделать ничего нельзя. И земля, и постройки – частная собственность.